Угрожал взорвать гранату, повредили статую на бульваре Шевченко, памятник Ленину и Человек-паук в Мелитополе. Далее в выпуске короткая сводка новостей. На улице Счастливой возле одного из супермаркетов пьяный мужчина угрожал себя взорвать после ссоры с девушкой. После 40-минутных уговоров удалось убедить отдать боеприпас, из которого военный уже успел выдернуть чеку. Жертвой хулиганов стала скульптура учительницы на бульваре Шевченко. Вандалы оторвали бронзовый палец и вырвали книгу из рук героини фильма «Весна на Заречной улице». Ранее неизвестные оторвали из рук столивара часть инструмента. Тем временем в Запорожье презентовали памятник Джону Леннону работы российского скульптора Григория Потоцкого. Его создание обошлось спонсорам в 700 тысяч гривен. Где будет стоять изваяние в стиле Джакометти, пока не ясно. Но запорожцы уже начали собирать подписи против его установки, восприняв памятник как пародию. А в Мелитополе человек забрался на вершину главной елки города высотой 16 метров. Как сообщают в соцсетях, чтобы сделать необычное селфи, но сфотографироваться не успел, заставили спуститься.